куртка. Не знаю, как объяснить. Всем приветики. Мы гуляем. Работаем. Мы в автогородке. Да, Витюха со мной на работу после обеда пошел. Я на вторую работу, и Витек со мной. Да что потом туда сюда не ездить? Да, потом мы в больницу еще, короче, пойдем. Может, не пойдем? Обязательно, я уже записалась. Ну ты тебе делать лучше. Пойдем. Погуляем, пойдем. Блин, я не могу, тут как будто фильтр, смотри, какой-то стоит. Нет? Нет. Капец, холодно, да? Я что, такая красивая? Мама. Ау. Капец, холодно же, да? Ой, нос. Смотри, как можно делать. Нам бы на ту сторону. А, твоя? Вон пешеходка. А в твоем шашмутах нельзя делать? Не, можно, а почему? А смотри, прикол. Ну, не хочу. Вот так выпрямляешь? Там надо тебе дырку сделать. Вот так, оп. Сейчас, подожди, подожди. Снимай. Все, держи. А, можно идти бесконечно пить. Угу. Да. Сегодня, короче, хочу приготовить Витюхе шоколадно-молочный коктейль. А. Да вижу я. Ерундой занимаешься. Мы в автогородке, это мой любимый район. Я бы хотела тут жить. А Витя не хочет тут жить. Он хочет в Васильковке жить. Ментов нету? Нету. Ну, зато есть камера, которая снимает. Да пусть там совсем не дадут, потому что я не могу. Ну что, я нельзя тут делать? Правильно, молодец. Я и думаю, я тебя вроде хорошо воспитываю. Надо всегда служить, страж в порядке. Законом. Да, всегда ездить по правилам дорожного. Вон нам в тот магазин. Всегда служить по правилам дорожного движения. Что, мы не пойдем делать? Обязательно пойдем. Этот, а давай ты будешь снимать? А, вот все, шарф готов. Мама, ау. А давай ты пойдешь, когда вот в магазин зайдешь, да? Буду ты снимать? Да. Давай ты меня будешь снимать. Но это как здесь не снимать. Нет, я же заявку забиваю в телефон. Это запрещено вообще снимать. Почему? Ну, официально, ты что? Ты их снимешь, они на тебя заявление напишут. Я же не их буду снимать из себя. Нет, разговоры ваши там сняла. А, о чем мы разговариваем? Здравствуйте. Вот каталог, посмотрите, ну, пожалуйста. У них-то тоже камера, они все тоже снимают. Да, всех людей. Ты что, реально так замерз? А ты реально не хочешь в холодильник поставить свой мороженое? Хочу. Зайдем к ней сегодня? Давай. Ну как бы у нее есть там с мороженым? Я ей могу, знаешь, еще что поставить? О, мы сейчас к ней пойдем. Сейчас там она? Ну да, она. Ой, сынок, ты прям чудо у меня.